Этот год стал настоящим звездопадом. Массово уходит поколение, поколение великих артистов. И вот снова пришли печальные новости. Буквально недавно стало известно, что скончался известный советский артист. Это очень тяжелая для нас новость, ведь за два предыдущих месяца мы потеряли многих, кто связал свою жизнь с театром и кино. Месяц март начался с трагических новостей. Ушли сразу 8 советских и российских актеров. Мы стали свидетелем ухода поколения великих актеров, живших и горевших своим призванием. Нынешние актеры совсем не такие. Для них важны деньги. Вот и получается, что скоро с нами останутся Безруковы и дочки Боярского. И петь нам будет Ольга Бузова. Сергей Селин, узнав эту печальную новость, выразил свои соболезнования. С актером он не только встречался на съемочной площадке, но и на театральной сцене. Он назвал уход актера большой трагедией для искусства. Советский российский актер, народный артист РСФСР Иосиф Конопатский ушел из жизни на 96-м году в Норвегии. У актера не выдержало сердце. Актер сыграл множество ролей в советском кино, даже участвовал в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Наш канал приносит искренние соболезнования родственникам Иосифа Конопатского.